Приветствуем вас, дорогие зрители! Сегодня мы приготовили для вас специальную коллекцию новинок от Приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». И это шикарное украшение из золота 585-й пробы. Уже готовы восхищаться вместе с нами? Тогда без промедления начинаем наш видеообзор. Представляем вашему вниманию комплект, в который входит кольцо и серьги с английским замочком. Изделия выполнены в золоте 585-й пробы с элементами выборочного родирования. Легкий и воздушный дизайн, словно мягкие крылья, делают украшения очень привлекательными, а алмазная грань добавляет объема и блеска. Не отказывайте себе в настоящем удовольствии покупки стильных украшений от российского производителя «Красная Пресня». Любителям минималистичных украшений советуем обратить внимание на данный комплект. Кольцо и серьги с английским замочком в едином стиле, выполненные из золота 585-й пробы и украшенные тремя небольшими прозрачными фианитами. Если строгий офисный дресс-код не позволяет вам носить яркие и выделяющиеся украшения, то этот вариант для вас. Он очень отчетливо добавит вашему образу женственности и изящества, при этом оставаясь лишь легким дополнением. Мечты и воспоминания о лете так согревают зимними вечерами. Возможно, этому также поспособствует и наш комплект украшений. Ведь его мотивы как нельзя лучше подходят для этого. В этом комплекте кольцо и серьги с английским замочком, выполненные из золота 585-й пробы с элементами выборочного родирования. Вставка на украшениях, россыпь великолепных прозрачных фианитов и один крупный фианит сапфирового цвета. Смотрится вместе этот комплект очень легко и празднично, а значит, несомненно, поднимет настроение своей обладательницы даже в самый хмурый день. Комплекта с таким великолепным топазом вы еще точно не встречали, поэтому мы с радостью представляем его вам.
Кольцо и серьги из золота с элементами выборочного родирования, украшенные голубыми крупными топазами размером 3,5 карат и дорожкой прозрачных фианитов. Топаз выглядит как сверкающая хрустальная льдинка. А обратите особое внимание на исполнение самого кольца. Волнообразный элемент словно подхватывает камень. А как шикарна огранка вставки. Выглядит все это очень красиво, согласитесь? В этом комплекте вы точно не останетесь без внимания и комплиментов в свой адрес. Совершенно универсальный и ненавязчивый комплект золотых украшений, серьги с английским замочком и кольцо. Оба изделия из золота 585 пробы с элементами выборочного родирования и фианитами разных размеров. Легкий и светлый, словно создан для того, чтобы украшать и радовать свою обладательницу каждый день, не перегружая и не перенасыщивая ее образ, а лишь подчеркивая блеск глаз и восхитительную улыбку. Еще один комплект, который можно носить каждый день без всякого сомнения. Серьги и кольцо из золота с элементами выборочного родирования, благодаря которым украшение смотрится очень статусно и в то же время современно. Вставка на украшениях – яркий фианит. Очень интересное, прямо можно сказать, яркое и солнечное дизайнерское решение. Объемный декоративный элемент с мягкими плавными формами и линиями. Заказывайте этот комплект на сайте нашего магазина и будьте неотразимы! Представляем вам комплект золотых украшений, в который входят серьги и кольцо с элементами выборочного родирования и вставкой с шикарным искусственным зеленым агатом. В целом комплект выглядит очень свежо и совершенно по-весеннему, а камень очень необычно. Такие украшения могут быть уместны как будничным, так и нарядным образом и прекрасно подчеркнут вашу улыбку.
Комплект для истинных ценителей золотых украшений. Серьги, кольцо и браслет. Настоящее проявление роскоши. Вставка гидротермальный изумруд размером 2,2 карат и дорожка из прозрачных фианитов. На изделиях есть элементы выборочного родирования, что делает их еще более благородными и изящными. Каждая дизайнерская деталь в этих украшениях исполнена женственностью и благородством, поэтому они и выглядят такими роскошными. И самое приятное, что этот комплект уже ждет вас в нашем интернет-магазине. Настоящая красота всегда скрывается в едва заметных деталях. Только посмотрите, какое великолепие мы приготовили для вас. Комплект украшений, который как нельзя лучше подходит именно к этому описанию. Серьги-гвоздики из золота 585 пробы в минималистичной оправе, вставка на которых гранат размером 1,75 карат. Томный и сочный цвет камня так перекликается с подвеской, которая также выполнена в золоте. Комплект – настоящее искушение, которому бессмысленно сопротивляться. Не отказывайте себе в нем, заказывайте его, и мы доставим эти потрясающие украшения в любой город России. Гранат действительно очень притягательный камень, и мы понимаем, как хочется его видеть в любимых украшениях. Именно поэтому ювелирные мастера Красной Пресни создали вот такое золотое кольцо с этим универсальным дизайном и украсили его гранатом 0,5 карата и дорожкой из прозрачных фианитов на элементе выборочного родирования. К кольцу прекрасно подходят и серьги, которые в точности повторяют его дизайн, и вместе получается очень элегантный коктейльный комплект. Также среди новинок золотых украшений мы хотим представить вам и вот такой комплект. Серьги с английским замочком и кольцо. Оба изделия украшены прозрачными фианитами и ярким гранатом. Размеры камня 0,4 карат. Такие украшения смотрятся очень торжественно и празднично, согласитесь. Поэтому если вы в раздумьях, какой аксессуар выбрать на предстоящее важное событие, советуем скорее заказывать именно этот комплект и приготовиться собирать восхищенные взгляды.
Иногда вечерний праздничный образ хочется сделать еще более великолепным. И добиться этого гораздо легче, чем вам кажется. Только посмотрите на этот необычайный комплект украшений. Настоящий триумф ювелирного искусства. На вашем пальце будет словно красоваться золотая корона, а мочку уха украшать фантазийные серьги. Элементы выборочного родирования на украшениях создают дополнительный объем и блики, а яркий фианит в виде красной капельки ставит модный яркий акцент. Уверены, что такой комплект не оставит равнодушной ни одну любительницу золотых украшений. Поэтому торопитесь и заказывайте его на нашем сайте jumagazine.ru. Коллекция Minimal пользуется таким невероятным успехом среди наших покупателей, что мастера ювелирного завода «Красная Пресня» решили, что стоит изготовить в таком стиле еще и золотые украшения. Признайтесь, ждали ли вы этой прекрасной новости? Безупречные универсальные серьги с французским замочком – совершенство стиля. Золото 585 пробы и аккуратный фианит и очень необычный дизайн – и вот идеальный аксессуар для самых решительных и смелых уже готов. Ждем вас за покупками на сайте нашего магазина «Серебряная птица». Для тех, кто предпочитает более классические украшения, вот самый что ни на есть подходящий вариант. Серьги из золота 585 пробы без вставок с элементами выборочного родирования и алмазной гранью. Надежный английский замочек зафиксирует прелестную сережку на ухе, и она непременно будет покорять своим блеском и сиянием каждого, кому посчастливится встретиться с вами. Не откладывайте покупку, заказывайте эти серьги на нашем сайте прямо сейчас. Для тех, кто любит золотые украшения без вставок и других необычных деталей, в интернет-магазине «Серебряная птица» тоже есть что выбрать. Например, вот такие легкие серьги-продевки из золота 585 пробы с очаровательным кокетливым шаром в виде декоративного элемента. И больше ничего лишнего. Не правда ли? Самый удачный выбор для образа каждый день. Серьги-трансформеры без вставок из золота 585 пробы. Настоящая находка для тех, кому интересны современные тренды украшений. Только представьте, приобретая всего лишь одну пару серег, вы получаете массу возможных вариантов, как их можно носить и с чем сочетать. Вариантов будет ровно столько, насколько хватит вашей фантазии, и главное, любой из них будет смотреться очень оригинально и стильно. На этом наш обзор золотых новинок завершен.
Хотим напомнить, что на нашем канале проходит конкурс. В нем очень просто принять участие, поэтому присоединяйтесь и выигрывайте очаровательную подвеску. И также вы можете увеличить свои шансы на победу, приняв участие в еще одном нашем конкурсе в группе ВКонтакте. Там мы тоже разыгрываем подвеску, но уже в другом исполнении. Итоги будут подведены 10 февраля в прямом эфире с помощью генератора случайных чисел. Спасибо вам, что были с нами, и до новых встреч в новых видео!